сидел слепец с протянутой рукою. Ни друг, ни брат не мог ему помочь. Страдал без света телом и душою. Пришел Иисус, и тьма бежала прочь. Нечист, нечист, давал знать прокаженный, глухонемой, безмолвно слезы лил. Больных коллег неслися к небу стоны. Знали, как страшен грех, как мучит он своих, когда в бессилии.